Еще раз, перед тем, как вы посмотрите видео, которое сейчас будет, хотел посоветовать канал одного моего знакомого, его зовут Виталий Риттер, он с Гамбурга, называется канал Риттер ТВ, он вот буквально начинающий блогер, у него там 25 подписчиков, он буквально вот ездил на рыбалку, там показывает тоже, что почем, где он ездит, бывает, свою жизнь начал снимать, и он живет в Гамбурге. Кому интересно, зайдите, посмотрите, я оставлю ссылочку в описании. Может, кому понравится, подпишитесь, передавайте от меня привет. Ну, всех благ, удачи. Всем доброго времени суток. Решил записать видео, потому что уже на стримах были вопросы насчет моей работы. Да, я поменял работу, я уволился со своей работы, где я вот работал с февраля месяца на Негабаритах, вот где я мусор возил, и ну, вот этой, и Негабаритами занимался, я уволился оттуда. Буквально, сейчас скажу, последний день у меня был середина сентября, было причин очень много, если честно, потому что не одна причина, а несколько. И не самые хорошие причины были, почему я уволился. Так, сейчас немножко. Получилось так, то ж первая причина у меня была проблема со здоровьем в последнее время. Я это тоже редко говорил, то есть я вообще это не упоминал. У меня с позвоночником проблемы стали. Межпозвоночный диск ухудшился, у меня уже было это, но в этот раз немножко опять дало себе знать, то, что давно спортом не занимался, не следил за здоровьем, за вот это, ну, за спиной, потому что, если честно, не было просто на это тупо времени, когда ты, кто ездит на дальние расстояния, все в курсе, как это выглядит, работа, ой, извиняюсь, и это то, что времени ни на что не хватает. Потом была еще одна причина, это была причина с работы немножко, там с шефом не очень было в последнее время. Ну, не то, что с шефом, а с диспонентом, с моим диспетчером. То, что мы с шефом договаривались на одно, получилось совсем другое. Я несколько раз упоминал на работе, то, что я так не договаривался работать. И со временем это накопилось. И, конечно, как терпение лопнуло, как говорится. Я просидел дома потом 7 недель, да. И вот буквально с 4 ноября я вышел на новую работу. Мне сделали очень отлично, ну как, для нашего региона и по сравнению, что я сейчас делаю, очень хорошее предложение. Я сейчас каждый день дома. Я перестал ездить в дальние рейсы, на неделю уезжать. Раньше я уезжал и на 2 недели у меня, кто следит за моим каналом, потому что я и по 2 недели в рейсах был. Сейчас у меня получилось так, что я только неделю, каждый день дома. Я с утра уезжаю, выхожу на работу и вечером дома. Работа у меня, в принципе, более-менее нормальная. То, что, ну как, привыкнуть, конечно, надо, потому что по сравнению, что я сейчас делаю, что сейчас делаю, это 2 разные вещи. Будет еще видео по этому. Не буду сбегать вперед, все покажу. Сейчас я вот отработал, это уже 3-я неделя, как я работаю на фирме. Если честно, то, что как были сомнения, то, что буду скучать по работе. Если честно, нифига не скучаю. Сейчас друзья звонят, созваниваюсь со своими друзьями, то на ездит на дальнее расстояние до сих пор. У меня даже на канале Свен, например, был немец, Кент, мой друг. И мы с ним созваниваемся. Он говорит, если честно, он говорит, ты правильно все сделал. Он говорит, тебе повезло. Шеф нормальный, машина 8 километров отстоит от дома в соседней деревне. А, ну, где город мой, я в городе живу, и в соседней деревне, прям в следующей деревне этот, можно сказать,
стоит фура, я ее могу забирать домой, но мне не очень удобно ее тоже забирать домой, потому что некуда ставить толком. И фура — это не легковушка, чтобы поставить там возле дома. От дома есть вариант 1 километр, но это потом или пешком придется идти, или также на машине ездить. И я не стал заморачиваться, сказал, что фура будет стоять пока на фирме. Он сказал, мне проблема. И в принципе, если честно, по работе по дальним рейсам пока не скучаю. В последнее время тоже, сами знаете, кто ездит по Европе или в Германии, бывает, потому что не самые хорошие условия у нас по парковкам, все хуже и хуже становится. Каждый вечер вот это, когда не габариты тянешь, проблемы с этими парковками, то, что надо кого-то выгонять, кого-то будить, полицию вызывать. Уже пару случаев таких у меня были, то, что мне негде встать, мне по документам нельзя съезжать даже в промзону. Пробка этого, парковка забита простыми фурами. И это, конечно, и тебя начинает бесить, и тех людей, которые ты будешь, они начинают возмущаться, там быковать. И, если честно, немножко уже поднадоело, и решил вот так. Предложение просто сделали, было, как я сказал, отлично. И, в принципе, я в деньгах ничего сильно не потерял. На чуть-чуть будет меньше приходить на счет, но из этого плюс то, что мне не надо закупаться на 2 холодильника домой и на работу. Это раз. Второе. В рейсах все равно деньги уходят. В командировках. Души, туалеты, рестораны там, или кафешку какую-нибудь зайдешь, перекусишь, или еще что-нибудь. Все равно это вроде бы с собой набираешь еды, все равно что-нибудь зашел, там перекусил, там еще что-нибудь, или еще, ну, сами знаете, кто ездит. Кто не ездит, сами знаете, кто хоть раз выезжал на дорогу и заезжал, например, там, на Росхов, Автохов, на заправки на вдоль автобана. Летом одно мороженое, чего тут стоит поесть. 2-3 евро. Если не в Макдональдс. В Макдональдс можно еще по мунзавою купить там с карамелью или еще с чем-нибудь. И деньги расходятся так и так. Потому что закупаешь на 2 холодильника, и все равно совсем все по-другому. Вот было это сделано, дома обсудили, конечно, и решили такое. Решили, постановили, что можно попробовать. Жена у меня, конечно, как рада, но она никогда не, ну как, не лезла в работу. Она всегда, у меня было мое мнение, потому что мне работать, а не ей. И что мне нравилось, я всегда это работал. Пока мне нравилось на дальнобое, она меня полностью поддерживала. Сейчас я захотел быть каждый день дома, у меня 2 сына растут. Из-за этого тоже. Старшего сына, когда я еще более-менее тогда находился дома, когда он родился, младший сын, ему еще 1 год не было, я вернулся на дальнобой. И я уже как многое пропустил, естественно, за эти года. Вот решил, было сделано такое решение. Насчет работы, я езжу также на фуре. Все подробнее я запишу, буду видео тоже снимать по работе. Просто сейчас немножко извиняюсь, то, что видео не выходило, потому что как? Была причина вот со здоровьем, я лечился. У меня терапия была. Я считаю, 7 недель на терапию ходил, на лечение. Пробное такое, они решили так попробовать, без хирургического вмешательства. Вроде бы помогло. Ну, спокойнее то, что стал, меньше стресса начало быть, и тоже это влияет на это. И видео давно не было, видео будут, я сейчас начну записывать. Такие вот дела. То, что в жизни все меняется, и у меня вот такие изменения опять. Я уже, да, в этом году, если честно, уже 2-й раз уже меняю работу. Но, конечно, от этого не уйдешь. Как говорится, человек ищет где лучше, либо где глубже. И, ну, с тем шефом я уже как, в принципе, с той фирмой я уже разобрался. Насчет денег меня ничего не кинули. Заплатили полностью все мои деньги, которые они мне должны были. То, что я даже болел, у меня все равно деньги шли, ставка моя.
больничные у нас в Германии все оплачиваются. Что минус был, у меня командировочные, естественно, не платили. Но у меня получилось то, что у меня отпускных дней дофига оставалось, и то, что я в субботу, когда переезжал домой, мне это засчитывали как за рабочий день, а контракт у меня был на 5 дней в неделю, и это дополнительный день, и у меня это все накопилось, и они все мне выплатили без кидалов, без стресса, без скандалов, без судов и следствия, как говорится, потому что я знаю многих фирм надо действительно в суды подавать, чтобы... Есть такие фирмы, которые надо в суды подавать, чтобы свои деньги получить. С этой фирмой было бы, ну как, не было так, но может быть там сыграло еще роль. Я точно не знаю, сейчас не скажу. У меня получилось так, у меня все, они выплатили, все было хорошо. Просто мы получались, когда мы туда пришли на ту фирму, это был родственник моего бывшего шефа, когда я на ДАФе работал в АФТ. Это был Ивон родственник или двоюродный брат или что-то такое. Я знаю точно, что в бухгалтерии бухгалтерша это его, наверное, родная сестра Андрея. Может быть, повезло то, что мы по знакомству туда пришли, ну не сработались, бывает. Не сработались, плюс здоровье подкачали, потому что мне врачи сказали, надо сейчас каждый день дома находиться. Посоветовали, чтобы заниматься немножко спортом, следить за здоровьем и все такое. За позвоночника. Сказали, если так дальше будешь продолжать, придется делать операцию. Извиняюсь, что камера трясется. Сейчас еду домой. Почти домой. Сейчас на тренировку сперва, а потом домой поеду ужинать. В принципе, сегодня рабочий день, так себе был. Тяжелый день. Но ничего. Сегодня сколько? 10 часов в общей сложности было. Не, 10 или 11 часов уже вместе с паузами совсем-совсем. Да. И теперь нет такого, если честно, за вот сейчас почти 3 недели, 2,5 недели отработал, и я еще ни разу не было такого домой, что я домой на 9 часов приехал. Девяток такого нету. У меня самый маленький отдых был, это 12 часов или что такое. Грех жаловаться. Ладно, прощаюсь со всеми. Смотрите видео, извиняюсь еще раз, тушку. Редко так выходили видео в последнее время, но, сами понимаете, немножко не до этого было. А так, смотрите, ставите лайки, дизлайки, подписывайтесь. Ну и, конечно, комментируйте. Буду стараться отвечать на все комментарии. По крайней мере, я стараюсь. Вроде пока получается. И еще. Ладно, всем пока, удачи, счастливо.